змены носять косметичний характер. Всі зміни – це експортний товар, який обмінюється в Європі. По великому рахунку сутності, поки не помінялося нічого. То, що процес розмови уйде, то, що сюди приїжджають європейці, ми це підтримуємо, ми за це. Але казати, що Білорусь рухається по шляху демократизації, явно зарано. Она сейчас гонять начнет. Не будут. И он в Армению поехал. Хай бы там. Вон, а ослушки его. Да какой, чтоб освободили этих политзаключенных. Но их еще не признали политзаключенных. Стуховича, Леонова. А потом эту женщину довели, что она повесилась. И она, как говорится, своей смертью боролась с этой системой. Свободу! 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 Свободу политвязня! Свободу! Свободу политвязня! Свободу! 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 Невыполнение наших требований к вам может быть применена физическая сила. Зачем? И вы будете привлечены к ответственности. Невыполнение наших требований к вам может быть применена физическая сила, и вы будете привлечены. Живе! Живе! Моя не в Беларуси, Литовской погоне, не разбить, не свинить, не стремать. Города мне Литовской погоне, не разбить, не свинить, не стремать.